Сергей Анатольевич Нечаев. Добрый день, Сергей Анатольевич Бен-Али. Сегодня в серии передач, о чем говорят у Бен-Али, то есть у вас. Вот, мы поднимаем злободневные вопросы, обсуждаем, рассуждаем, комментируем. И в связи с этим вам обоим вопрос. Я знаю, что готовится письмо госорганы России, предложение относительно грантов и поддержки самозанятых. Что прокомментируете и как? С кого начнем, Сергей Анатольевич? Вам первому слово. Я не знаю, что за письмо готовится. Письмо не знаете? Да. Значит, Сергей Анатольевич, вам. Да. Да, вы не знаете. Да. Я готовлю письмо, оно уже готово, потому что я изучил гранты. Она пойдет от нашего общественного движения, ну, за нас. Если совет поддержит, пойдет. Если совет, ну, от нашего движения, за наш город-герой Севастополь. Да, если совет не поддержит, то лично от вас пойдет. Имею право по конституции, да? Право лично инициативу, да, отправлю от себя. Да. Угу. Хорошо. Значит, смотрите, я сейчас изучил, но не сейчас, уже, наверное, ну, почти год изучаю по грантам. Как они получаются, да, кто то дает. Есть постановление президента, да, где он пишет, что гранты некоммерческим организациям должны даваться на то, чтобы воплощать в жизнь то, чего не может государство. Даже так, да? Да. Ну, я так быстро говорю, на памятники, культуру, там, детям, там, и все остальное. Там есть целый перечень. И вот я сейчас посмотрел, сейчас вот в Севастополе получили гранты. Мы с вами тоже рассматривали, обсуждали вопрос, что многие организации, но, во всяком случае, есть общественные организации, которые входят, представители от которых входят в общественную палату города, которая не работает, ее нету, они являются грантоедами. Мы знаем, каким... Кто и конкретно и сколько. Да, и кто их лоббирует. Да. Вот. Сейчас я посмотрел гранты. Ну вот, смотрите, там получили грант, не буду называть эти организации, на борьбу с алименщиками. Да это такое. Да, да. И организация, которая к этому не имеет, кроме того, что, ну там, то есть они получили деньги, они будут правовую оценку, и 330 семей они планируют защищать интересы, чтобы получить элементы там, ну, ребята, подождите, для этого есть органы, для этого гранты выдавать, но я не понимаю ничего, потому что я говорю, я производственник, я работаю с 14 лет. Я налогоплательщик, елки-палки, и плюс еще наши деньги. Это же деньги народа. Это же деньги народа, которые транжирятся. Да, закон как бы правильный. Помочь надо, да, там, допустим, памятник поставить. Но опять памятник поставить там своему папе или памятник поставить действительно по достоинству. Герою какому-то, да. Которого надо брать пример. Ну вот есть организация, которая там будет помогать алименты, с алименщиками бороться. И там пособие, методическое, тыры-пыры. Дальше есть организация, у них там вообще, по-моему, до 6 миллионов. Если это два организации, где-то 700, то там есть вообще там до, по-моему, 4 или 6 миллионов на Нахимова. Да вы что? Рассказать Севастополь, кто такой Нахимов. Понимаете, да? Подготовили, да, ну, или там еще есть на проведение там каких-то соревнований там. Подождите, но я думаю, что это уже злоупотребление полное идет. Поэтому я готовлю предложение с просьбой на президента и опять Совет Федерации. Это называть гранты? Гранты, они должны быть по существу. Вообще я считаю, что должна быть одна общероссийская организация, допустим, в каком-то направлении. Ну, скажем, одна общая ветеранская организация. Да, одна? Которая включает а у нас себя. Сколько их? Павел Евгеньевич, это другой вопрос, мы говорим о грантах. И им выделяются, они готовят это, выделяются средства, да, которые, вот, дальше, это по грантам. Второе, это самозанятые. То есть есть тоже поручение, это постановление Кабмина, они до 350 тысяч рублей выделяют самозанятым. Ребята, ну, подождите, я согласен, что нужно государство, чтобы помогало. Не вопрос, а где справедливость? Почему одни берут кредиты? А другие гранты берут. Значит, это я не говорю о том, что я бежал. Я работаю в бизнесе с 97 года или с 98-го, когда меня паспорт СССР забрали, и мне надо было открывать предприятие. Поэтому получил украинский. Вот. Я никогда не работал на бюджетных деньгах. Я никогда их не просил. Вы всегда зарабатывали? Зарабатывал. Общественную организацию я открывал, ее содержал за свои средства, как и партию финансировал. Да? Поэтому для того, чтобы люди вот эти самозанятые работали, да, дайте им, не вопрос, дайте, я не говорю, чтобы не давали, но в
Пусть они покажут, что они до этого момента занимались бизнесом, покажут отчеты хотя бы 2-3 года. Опыт покажут свой. Да, на что они берут. И деньги должны быть беспроцентно, но возвратные. То есть они должны вернуть. Вернуть они должны деньги. А сколько он у нас мошенников? Ну как вот человеку 60 лет или там 50 лет он прожил и решил на старости лет или там стать бизнесменом, да? Он берет эти деньги, да, там должны показать. Но мы же знаем, как это все рисуется. А деньги опять чьи-то? Народа. Это не деньги того министра, чиновника или еще там кого-то. Это деньги народа, потому что ни один чиновник, и я в этом не сомневаюсь, своего кармана никого не даст. Если же чиновники, предприниматели хотят заниматься благотворительностью, то это их личное дело, кому они будут давать на эти гранты. Пусть дают, но тоже должно быть условие. Даешь грант, значит, чтобы не получилось так, что у вас есть деньги, вы предприниматели, я ваш товарищ. Говорю, слушай, у меня-то бабки. Давай, папа. Давай, я тебя загоню, ты мне половину верни, а половину делай. Да. Поэтому здесь каждый пожали закон должен друг быть, руки каждый и... закон, каждый это должно быть четко проработано, чтобы не прослеживалась нигде коррупция. Я вот за это. Хотите гранты? Да, давайте. Но кто их контролирует? Каким образом? Я вот не могу сказать утвердительно. Я предполагаю, что половина грантов деребанится, это минимум, и так же, как половина вот этой вот поддержки самозанятым, то же самое. Дайте, дайте. И вот если человек выставляет, берет эти 350 тысяч под гарантии, то я могу смело сказать, что половина, даже может быть даже больше, половина не возьмет этих денег. Будут бояться брать. Потому что они будут бояться, они пролетят. А то же деньги безвозвратные. Влетел, не влетел. А знаете, как на выборы идут. Выборы, когда там на выборы же надо деньги вкладывать, да? Человек говорит, я готов пойти выдвигаться депутатом, финансируйте меня. Подожди, ты хочешь быть депутатом, финансируй себя сам, или сбрасывай в котел, а вдруг я не стану, а ты хочешь за наши деньги, да, за деньги партии, что ли, двигаться. То есть, вот эти вот хитрожопые, другого слова я не хочу подбирать, я извиняться не буду, это де-факто, вот именно подходит это. Оно должно быть подконтрольно. И я вам даю гарантию, вот здесь вот я твердо говорю и убедительно, да, не предположительно, что если мы сейчас с вами сделаем проверку тех, кто получает грантоедов, то выяснится, это ближнее окружение. Чье-то. Помимо того, что это окружение, то мы с вами видим, что деньги реально по назначению не израсходовали. Украдены, будем говорить, да, по-простому. Они, ну, как это говорят, и то же пишут самое, нам, да? И то же самое с деньгами, ну, с средствами, да? Этих мало, этих, как они, скажите мне. Кого? Грандоеды? Вылетело слово, самозанятые. А, самозанятые, да. Да, вот я поэтому и готовлю предложение, чтобы и готовлю предложение, как оно должно звучать, ну, в моем понимании. Я об этом говорю как производственник. Человек, который и предприниматель, и общественник, и политик, и я не знаю, кто я еще там, и дворник приходится в офисе. Развитой человек. Проблемный, да, и вот это вот все. Сергей Анатольевич, спасибо. Есть что добавить? Конечно. Как вы выслушали? Я просто про письмо же говорил. Тему-то я знаю, а вот то, что касается... Про письма не знаете? Да, про письмо у меня было. Согласны с тем, что любой человек может получить грант? Значит, на три вопроса я хочу ответить. Вот то, что вот я сейчас услышал. Значит, первое, то, что касается самозанятых. Это не гранты, это, я так понимаю... Поддержка. Финансовая поддержка самозанятых. Абсолютно полностью согласен, то, что нужно, конечно, проверять для чего, зачем, почему, и это должно быть возвратное. То есть беспроцентное, ну, сами понимаете, да, вот у нас ипотека, проценты, ну, казалось бы, что в нашей стране, ну, квартиру не украдешь, ну, зачем это, вот, да, государство может, если тут оно дает просто так деньги, там оно без процентов не может дать, ну, дайте, там, молодой семье, я не знаю, там, родили ребенка, ну, дайте квартиру, там, пусть он всю жизнь рассчитывается. Зачем с него брать вот эту обузу, зачем на него навешивать? А тут дают, согласен с тем, что для развития какого-то
а, допустим, там бизнесы, может, какие-то хорошие дела там делать, отчитаться надо, а потом уже решать компетентной комиссии, допустим, чтобы возвращать деньги, не возвращать, может, еще там добавить, чтобы там развивалось. Ну, если да, это, чтобы, если это, чтобы это было. Да, с этим согласен, что не нужно давать, что вот это вот нате и там забыли про эти деньги. Нет. Значит, то, что касается грантов. Насколько я знаю, они делятся на две категории. Государственные гранты, президентские, вернее, гранты. Да. Президентский грант и гранты, которые решает муниципалитет. А с муниципальными грантами... Вообще, в капиталистическом обществе почти все схемы мошеннические. Да? Да. Что бы вы ни взяли, даже если посыл хороший, даже если там перспектива какая-то видна, оно все равно превращается в мошенничество. Все равно. Потому что в основном, ну, аферисты кукловодят, поэтому в чем и порочность, собственно говоря, это самой системы капиталистической. Значит, поэтому мы много говорили о нашем правительстве в Севастополе, поэтому я нисколько не сомневаюсь, что вот эти вот все гранты, которые тут даются, мы на это обращали внимание. И вот темы, которые Сергей Анатольевич сказал, там, как борьба с алименщиками, все такое, это, конечно, абсурд. Ну, да. Абсурд. Поэтому здесь, конечно, вот эти вот ходы мошеннические нужно искать, потому что, как бы, я уверен, что они, конечно, есть. И поскольку их распределяют люди, которым мы не доверяем, ну, многие, да, мы их даже не знаем. Поэтому ну, это вполне возможно, это нужно проверять. И, конечно, здесь для того, чтобы, если это нужно для Севастополя, да, сделать, допустим, там, я не знаю, как у Сергея Анатольевича говорит, памятник. Сталину. Памятник стоит там или Сталин, нет памятника. Да. Но почему бы этот грант не разъяснить? Если государство выделяет какие-то деньги, да, и вот муниципалитет может, ну, для города это бы было хорошо. У нас мы сколько памятников с вами смотрели, находятся в ужасном состоянии, и на них города нет. Но почему на это нет? Мы с вами сталкивались с общественными организациями ветеранскими, да, задавали вопросы, говорили, что, ребята, ну вы-то скажите свое слово, вы же, как бы, ну, уважаемые люди, молчат. Почему? Гранты получают. Ну да, их подкормили. Да, им грант дали, молчите. Ну, то есть это один из инструментов вот этой. Конечно, как бы там делится, не делится, это не нам решать. Мы так считаем, что скорее всего, что это так происходит. Но для того, чтобы понимать, какая тема, я не думаю, что в Севастополе кто-то не знает, кто такой Нахимов, и о нем рассказывать, когда это обычный урок истории, рассказывает, что делал Нахимов, кто это такой, какой он внес вклад и в Россию, и в Севастополь. У нас есть прекрасная государственная программа, я не знаю, как она, откуда она финансируется, но Севастополеведение. Я просто был горд тем, что в городе есть Севастополеведение, потому что здесь история, ну, которую, как бы, может, за один год не рассказать. Конечно. Поэтому это замечательно. Зачем для этого делать грант, чтобы рассказать? Тем более там, насколько я читал, кадетское училище морское. То есть даже морякам нужно, что ли, за деньги рассказывать, кто такой Нахимов? Ну, вот детям, которые учат, да. это же глупость. Да. Поэтому, конечно, здесь очень большой подвох. Что касается президентских грантов, насколько я знаю, они делятся на две категории. То есть сам по себе грант предполагает, что там половину средств должен внести сам тот, кто этот грант делает. То есть он контролируется, я не думаю, что там что-то там воруют, что-то там они, если там где-то не щемят, может быть, там что-то там понемножку. Но вот основная эта масса, как бы, здесь нужна тема. Мы как-то обсуждали, видели грантский фильм про героическую 51-ю армию. Тут долго рассуждали о том, что там, где они это вообще все взяли, материал, и куда они деньги, да. Суммы, конечно, бешеные, но на президентских грантах, насколько я понимаю, мошенничают люди с высоким уровнем. Нет, сверхов, там, с Москвы, там, ну, как я читал, что миллиардные гранты там получил Первый канал, допустим, да, они сами в комиссии. Миллиарды рублей получили за то, что сделали концерт где-то на 9 мая. Ну, это смешно. Вы знаете, понятно, что это... историю с получением, там, я не знаю, грант это был, или что это было, когда господин Чубайс получил это, как это называется, Роснано, Роснано. Пишет, да.
Миллиардные средства получили. Нет, там не гранты, там это программы были, которые защищали. Ничего же в конце не произошло вообще. Это уголовное дело. А он говорит, не получилось у меня. А тот же Янки о том, что они там, вы не представляете, сколько мы денег заработали. Да? Это другое, но когда люди получают миллиарды за то, чтобы провести концерт, понимаете, что все же понимают. А управитель этого сидит в этом жюри. Что можно? Да. А вы вот спросите, я хочу встать и уйти. Вы спросите, Павел, вы куда? Павел, вы куда? Да пойду грамм получу, я изобрел. Да. Я глюкальщиком буду. Здесь... Глюк такой бросаешь, знаете, кольцо бросаешь в эту воду. И она глюк, глюк, глюк. Вот нечто подобное мы с вами наблюдаем, что, к сожалению, вот эти все гранты и вы оба. Они не все, я говорю, что не многие, все. Многие, да. Идеи в большинстве своем в нашем государстве очень хорошие и правильные. Их извращают люди, которые этим занимаются. Нечистые на руку. Да, нечистых на руку столько, что и у них же возможность это появляется. Почему в Советском Союзе вот эти вещи, они как бы не фигурировали, по крайней мере, массово. То есть это были единичные случаи. Потому что контролировало все. Государство за этим контролировало. Контроль и учет, как говорил. А сейчас что у нас? Чиновники это государственные. Государство люди. В государстве. Нет, они творят, что хотят. Это удивительно. И они же не боятся. Мы же сколько раз говорили, губернатор Севастополя напрямую в прямом эфире врет президенту. Нормально все. Для него это значит нормально. Это ненормально. Речь идет о другом. О том, что вот эти возможности, кто людям дает. Кто у нас вот это вот руководит вот этим всем? Кто у нас кукловодит? Я понять не могу. Как это все устроено? И поэтому гранты это одна из уловок. Как и вот эти программы то же самое. Почему они не выполняются? Деньги. Деньги. Все. Во главе угла стоят деньги. Убрать эту составляющую. Чтобы она была основополагающей. Сначала нужна важность данного мероприятия, выгода для государства, для общества, для людей, для города. Тогда вопросов никаких нет. А если человек получил грант, и потом смотришь, он через 3 дня джип купил, хорошо. Уголовное дело, потому что здесь ситуация очень простая. Как бы все же можно проверить, было бы желание. Можно сделать такой вывод, и, в общем-то, письмо направлено, да? Как? Не направлено, то есть стадия разработки. Хорошо, спасибо огромное за обсуждение вам, Сергей Анатольевич. Тоже огромное спасибо за то, что вы, у вас такая активная гражданская позиция, как нам пишут в отписках наши чиновники. Но я вам искренне желаю то, чтобы у нас все это получилось, чтобы вы этот труд произвели, письмо было направлено, и произошли изменения в этой области. Спасибо всем. И Единая Россия, и Размножаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили, но все дело для севастопольцев, никто ж не спорит.